Элита Арксплюй Продакшн представляет. А это у нас будет гайдес на Пуджа. На Пуджа. А данный гайд, он будет отличаться от того, что был прошлый гайд. А прошлый гайд я играл на рейтинге 7300 ММР. Сейчас мы будем играть не на рейтинге, мы сейчас будем играть на новом аккаунте. Я хотел просто ради интереса посмотреть, сколько могут дать, если откалибровать новый аккаунт. Так вот, мы сейчас будем играть, но сразу скажу, что у меня Dota Buff открыт, и там пишет, игры идут на Very High Skill, ты понимаешь, да? Very High Skill, Very High Skill, VHS, VHS. Это во-первых, я покажу, как играть за роуминг Пуджа, роуминг Пуджа. Покупай куру, дура. Зачем ты зевса пикнула? Я даже еще не смотрел на пик союзников, пик врагов. Пофиг, абсолютно посрать. А, ну что, мы купим щиток, я думаю. И давайте купим стики. Хилки и пару колб. А, сейчас, короче, наша задача. Потом я сделаю гайд на еще одного моего любимого роуминг-героя. Это Таск. Таск! Наша задача получить быстро второй уровень. Мне посрать, на какой мы идем лайн, просто посрать. А, что у нас по пику? Довольно неплохой пик, Джаггернаут, у нас есть хороший герой. У нас есть Wind Ranger, есть у нас Зевс, ну, просто Абрыган. И у нас есть Шторм, очень давно не пикали Шторма. А почему его не пикали, ты можешь меня спросить, ДЦПшник, почему? Потому что после такого недавнего патча, ну, последнего крупного патча, его пофиксили. Ой, не пофиксили, понерфили. То есть понизили, он стал униженным куском говна. И теперь скиллы у него больше маны отнимают. Ладно, короче, идем на любой лайн. Пишу, что мне нужен второй уровень. Я, само собой, перед тем, как снимать гайд, пишу об этом в группе. Поэтому ты обязан подписаться на группу. И там я написал, что, во-первых, будет гайд на Пуджа, мы будем играть не на рейтинге. Следующие гайды опять будут на 7300 ММР. Там уже 7400 места. Мы играем с китайцами. Не просто там китайцы, русские, все чисто китайцы. Просто поголовно здесь все китайцы. Ни одного русского америкоса. Мы играем на Perfect World сервера. Стоит у меня дота китайская. Ты можешь заметить, да, здесь все по китайскому языку. Ну, я знаю китайский язык хорошо. Я знаю китайский, русский, английский индивид. Потому что я... О, давай, давай. Крутилка у тебя есть? Крутилка у тебя есть. А что ты не крутишься, братюня? А, получаем мы второй уровень и сваливаем. Давайте мы дадим. Я так купил себе Tangles, да, 4 штуки. Он нам не нужен, 4, поэтому сразу можно отдавать нашему мейн кэрри. Ну или куда мы пойдем? Я мог пойти на любой лайн, где более-менее свободно. Даже могу сделать сейчас отвод. Братиша, пойдем, 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 пойдем! Изи отводы, видишь, он ударил в спину меня, крипы сагрили, все продумано. Второй уровень нам нужен, ну, в первую очередь, чтобы хотя бы было замедление, потому что без замедления, ну, смысла гангать нет никакого, роумить. То есть там идти на мид и так далее, убивать. Надо еще купить, короче, смоук. Так, добью, добью. Ну, профессионал. Профессионал всю жизнь добивает все, что можно. Отлично, есть второй уровень. Вот, ты видал, да? Достань! Нет! Отстань от меня! А где-то даун был. Конча, конченый, кончал! Это я забыл, что у них есть акс. Это дебил, что ли, у нас в лесу фармит? Прикольно, прикольно. Ладно, идет смоки. Смоки-поки. Ушел акс. Кстати, осторожно, осторожно. Акс здесь, братюня. Все, я тебе сказал, я маякнул 500 раз. И попробуем сейчас загангать СФа. Самый большой минус, да, Пуджа. Вначале очень тяжело играть за Пуджа, потому что у него маленький хук. Я думаю, это ежу понятно. Потому что, ладно, если бы я был на миду, да, то есть там получал бы седьмой уровень, это было бы гораздо легче. То есть у меня был бы хук на четвертый прокачанный. Но сейчас будет все гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Попробую что-нибудь сделать. Отлично, Джаггернаута убили. Я мигал. Посрать на этого дауна. Так, отлично, ждем, 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 братюня. Нужно подыскать момент. Нужно просто подыскать момент. Так, тихо, 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 тихо. Главное не спалиться. Смоки стоят очень дорого. Вот та 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, видите, я специально отдал.
Ну, нам поделили деньги. Я пытался отдать бабло Шторму, но роуминг пуш себя зарекомендовал, так сказать. Покупаем опять смоки-поки, ну и тапок купим, обязательно тапок. Отлично, отличное начало, мы убили СФа. Ну, опять же, один из плюсов роуминг-героя — это помочь выиграть лайн. И желательно все лайны помочь выиграть. Но здесь будет, конечно, сложнее. Нам бы еще уровень получить один. Можно, знаешь, как сделать? Можно тогда сходить быстренько сюда, попробовать убить это говно, получить уровень, да мы сейчас быстренько его получим, и потом под смоками, чтобы продать-то, а? Нам все надо. Ладно, щиток мы выкидываем нахрен. Хотя, почему я покупаю щиток, да? Ну, чтобы, если я буду наглеть, там, идти под вышку, такое тоже бывает, да? Ты идешь роуминг, да, делать, помогаешь убить врага, и специально идешь под вышку танковать, чтобы твоего союзника не била вышка. То есть принимаешь на себя кучу урона. Убейте одного крипа, отлично, отлично. Так, первый хук в игре и прям в точечку. Че, пойдем убивать? Братюня, у меня есть хук, пацаны! А, давай, давай, давай. Сейчас убиваем, короче, потом я восстанавливаюсь. И под смоками убегаю. Только не что у них вар стоит, а? У них вар стоит, скорее всего, да, не выходят обоссанные. Ты видал, да? Ты видал, прыщ, что я кинул наперед? Просто все просчитал, сколько будет действовать связочка, что он пойдет наперед. Если бы я кинул прям точно в этого героя, да, в аппарата, ничего бы не получилось. А, Джаггернаут фидит! Ничего нового, это нормально. Хорошо, так, мы сейчас сходим сюда и уйдем, потом заюзаем смоки. Смоки-коки. Че, будешь брать? Руна, братюнь, для тебя руна. Руна для тебя, дорогой! У тебя банка есть? Есть банка. Ну-ка, сука, пошли отсюда, ублюдки. Просто любого сломаю. Пойдем. Здесь, наверное, есть вардули. Вардули есть. Ну, пойдем сюда. Не, здесь я смоки юзать не буду. Это слишком бредово. Слишком бредово. Так, у него шестой есть. Шестой. Ну, видите. Ты слышишь, о чем он говорит? А что он сказал? Он сказал, что СФ ушел с мида. Потому что я знаю китайский язык наизусть. Вот и вся проблема, понимаешь? Да? Ты понимаешь? Хорошо. А, еще, опять же, еще преимущество, что ты увидишь, как идет игра на китайских серверах. Я тебе скажу, что игра полностью отличается. Ничего общего с русскими, ну, русские имею в виду СНГ там. Мне без разницы, украинец, русский там, Беларусь, без разницы. СНГ-команда, да, и америкосы. Тихо. Так, юзы и смоки. Юзай смоки, давай, братиш, давай, да. Хук справа, хук слева, плохо стоит. О, как меня пропоносило. Хорошо прошла. Хорошо, ладно, юзаем, короче, колбу Регина. И пойдем опять прокачиваться. Кстати, у китайцев скилл намного выше СНГ и америкосов. Намного выше. Просто в миллиарды раз. Ну, то есть, это здесь как бы есть и минус, да, что ты приходишь на такие сервера, тебе тяжело начали играть, надо все привыкнуть. Нет у меня ТП, братюня, нету ТП. Уходи, нет. Уходи. Ладно, бежим, бежим. Мужики, давайте поможем нашему опущенцу. Его уже опустили ниже плинтуса. Так мы еще и просрали замес. Господи Иисусе, Дева Мария. Опа! Поймала шмара, поймалась! Молодец, да, он даже не смог отойти, представляете, да? Ну, дурачок. Ладно, хорошо. Это роуминг пуч, который без уровня, без всего, который начинал просто с одного хука. Так, хук у меня еще есть. Тангас есть у меня. Враги нас не палят. А, ну это, опять же, это гайд, я забыл. Вначале мы купали щиток и стики. Стики нам нужны. Обязательно, потому что мы будем бегать, мы роумингом занимаемся, мы гангами занимаемся, и враги будут юзать спеллы. Ну, само собой, если у врагов очень много спеллов, тем более нужны стики. Стики мы купили. А, купил я щиток, я сказал, почему я покупал щиток, да, потому что зачастую нужно понаглеть и зайти под вышку. И щиток помогает тебе подефать урон, ну и от крипов тоже дефает. А, покупаем арканы, я люблю арканы, кто-то собирает себе
транса, да, транснистрита кто-то собирает. Ну, трансы собирают транквилы, все это знают прекрасно. Но я люблю арканы, чтобы была лишняя мана, мана, мана. Потом, я всегда абсолютно покупаю дугер, как можно без дугера за пуджа, дугер. И артефакты дальше идут по ситуации, можно урну собрать. Нет, говно увидел меня. Можно было смоки купить, в принципе, смоки. У смоки есть большие коки, давайте купим, наверное, смоки сейчас быстренько. Потому что я не хочу ждать еще два уровня. Когда у нас будет 7 уровень, гораздо будет легче, конечно, хукать. Ну, понятно почему, потому что у меня будет огромный елдак, ой, огромный хук будет. Поэтому все будет гораздо легче. Ну, кура у нас далеко, поэтому посрать. Отлично убили Акса, все, потихонечку пушим. Ну, блять, ну профессионал, ебаный в рот, ну просто профессионал, что еще можно сказать? Кто-то может включить там обоссанного Дэнди, этого никчемного бича, да? Я много раз видел стримы, там он играет за пуджа и 7 раз одно попадание. Ну, это бич, просто пропиарили. Все знают, что таких бомжей просто пиарят. Вот, правильно, братюня. Правильно говорит, видишь? Пойдем. Я вам сказал, что он правильно говорит, что Дэнди рак. Отлично, у нас есть 6 уровень. Ни одного хука до сих пор, мой маленький прыщ, не было мимо. И давай я куплю все-таки себе смоки-коки. И купим мы, начнем покупать дугер. А уже артефакт будет следующий по ситуации. То есть, иногда нужно собирать, например, госептер. Госептер. Это будет, например, против Джаггернаута. Здесь очень часто пикают Джаггернаута, или враги, или союзники. Можно будет ДМЛ, чтобы на себя урон получать и так далее, чтобы танковать. Посмотрим по ситуэйшн, ситуэйшн. Так, пока здесь нам делать нечего, пойду я дальше. Ну, посмотри, сразу стата 5-9 и все лайны мы выиграли. Братиша, братиша. Я иду. Ладно, ладно, ну они видели, так нечестно, они видели. Они видели, такое бывает. Ну, видели, 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 упыри, видели. Я отмазался. Вар, сука, спалил меня, спалил. Палево, палево, палево. Так, то нужна помощь. Лоху нужна помощь. Там Акс идет. Пошли, 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 пошли. Ну-ка, Акс. А, у меня КД. У Акса есть дугер. Улетай, улетай, братиша, улетай. Где я? Сука, что происходит? У меня лагает. А, все, все, все нормально. Это дерьмо нужно поймать. Давай убьем это говно. Здесь, скорее всего, тоже смоки. Можно доюзать. Ну, 7 уровень получим сейчас. Или убьем. Здесь два варианта. Просто пуш выходит, кидает хук и попадает. Нет, нет, нет. Пойдем со мной. Нет! Нормально. Засейвил, засейвил. Как бах, как бах. Отлично. Короче, ждем, ждем, ждем. 7 уровень-то будет у нас на подъезде, нет? Подъезд. Да, что ты базаришь, дебил? Я уже понял, сейчас мы убьем их всех. А, 1200 у нас голды. И заметь еще, да? Я, по-моему, ни одного крипа не убил. Хотя у меня почему-то 7 крипов. Но это мы убивали на отводах. То есть весь фарм, весь 100% фарм я даю нашим кэри. Ну, нашим союзникам, да? Ах ты шмаровозина. Ах ты паскуда. Прототипная. Тихо, не подходи ко мне. Не подходи, сказал. Да где же мой уровень-то 7? Мне нужно, чтобы у меня вырос писюн. И стал еще больше. Еще. Чтобы он стал целых 7 сантиметров. Дай ему. Не, чувак, нужно убить нам. О, тихо, тихо. Во-во-во-во-во. А, далеко говно. Даггер, давай, 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 детка. Далеко, да? Ой, как где вы все ходите? Подожди. Вижу на 0. Вижен! Ах ты, сучара, подзаборно просветил нас, Operation. Ладно, в любом случае, у меня есть ТП, нам нужно действовать. Мы слишком долго стоим на одном лайне, хотя здесь все наши союзники. И здесь больше всего шанс подраться. Отлично, есть у нас. Пойдем, 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 пойдем. Быстрее, 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 группа быстрого реагирования. Все ТП, вот ты видал, да? Пошли, 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 сука, ну какой же я медленный. Без даггера я не играю в доту никогда. Блять. Ну ты уёбок. Пошли, это говно. А, все вышку снесли, да? Без даггера, я не играю в такие игры.
На, сука! Видал скилл, да? Ладно. Нам, короче, сейчас нужно купить себе ТП и идти дальше драться. Где умер этот даун, я не могу понять. О, пойдем с Фшку, с Фшку, с Фшку, с Фшку. Я даже заюзаю смог, я их тоже ношу слишком долго, пойдем. Давай, давай, давай. Сука, дайте мне убить кого-нибудь уже, я хочу смерть. Пропитаться. Ну, где СФ? Орды, варды, дауны. Покупить, варды купите, ублюдки. Так, смог кончается. Где СФ? Нет, никого мы не убьем, к сожалению. Ладно, пойдемте сюда. Гоу, гоу, гоу. Сейчас дам я тебе арканы, братюня. Куда пошла? Тихо, тихо, тихо. Там их много, кстати. Там их много, много, много. Там их трое, да? Если Акс прыгнет, будет очень больно, очень больно, очень больно. Блять, сука, попал. Ой, извиняюсь. Попал в меня. Меня аж немножко жопу подморозило. Дальше, гоу, 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 фас! Фас, 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 фас! Фу! Фу! Долго, долго, долго! Фу! Да! Ладно, я немножко перекривлялся, это не считается. Это хук не считается. Фотошоп. Да. Хорош, хорош, хорош. Ааа, стики. Ну, мне стики не помогли бы, ладно. Ничего страшного. Это было очень больно. Но 3-1-4 дает о себе знать. Братюня, ты не хочешь подохнуть сейчас? Нееее, старый пес. Может, что-нибудь свяжет, нет? Вот, связочку сделал, отлично. На самом деле мог забрать двоих, да, ну что-то не подрасчитал. Но я уже говорил много раз, когда записываешь гайды, очень тяжело думать и про игру, и что говорить. Пойдем, 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 даггер. Игра решается именно на даггере. Покупаем даггер, все, мы полностью мобильные становимся. Домой, домой, говно. Хорошо, одного спасли. Опять же, почему это полезен, да, пудж? Это роуминг пудж. Так, где ж ты бежишь-то, говно? А, сука, вонючий крип. Сука, умри! Потаскуха конченая. Ладно, 1500 у нас. Юзаем стики обязательно. Всегда в лесу юзаем стики. Тварь тупая, а? Но если бы не крип, сделал бы рампагу, чисто замутил бы рампагу. Так, ну чё, у меня скоро будет ультимейт. С ультимейтом нам ничего не страшно. Сейчас будет очередной божественный хук, божественный. Сколько раз мы покупали смоки, ты посчитай, прыщ. Сколько раз? Раз пять? Давай, давай, про хук. Нет, варды, сука, варды, правильно говорит чувак, варды палят, палят, варды палят, меня палят, варды палят. Дай мне пофармить, дура тупая. Так, кто у них синий, это у них Магнус, хорошо, все, один ливан, ну психанул, психанул, пацан. Просто психанул, всегда когда кто-то ливает, а мы обратно отводим человека, чтобы он не бежал до базы. Ладно, 1600, у нас есть 1600. Даггер полностью все разрешает. Теперь давай подумаем, что нам купить. Можно купить уже третьим артефактом, например, как называется, пайп. Папу, папу можно купить. Можно купить пупа. Пупа очень полезен против Ancient Operation. Ты понимаешь, да? Ancient Operation. Мне бы увидеть аппарат, если у него есть... Нет, у него Мидаса нету, то есть, скорее всего, он... Я ж рыгну так хорошо. Скорее всего, он Аганим будет собирать еще долго. Или вообще не будет его собирать. Поэтому это вопрос, нужна ли нам пайпа. Можно купить себе Будему, Будный сын. Нет, раньше назывался артефакт. Кстати, кто не знает, Будемейл раньше назывался Блендомет. Или Бледный мент. Бледный мент, точно. Бледный мент можно купить. Он уже идет против СФ. А морф у нас точно у врагов будет идти в кэрри, в жесткого кэрри, как я понимаю. И опять же, когда нас всех стягивают в толпу, можно будет заюзать блендового мента. Или заюзать все-таки папу. Папа или бледный мент? Вот кого выберешь ты, папку или бледного мента? Ну, папка, папка у всех есть, а бледный мент... У бледного мента есть связи.
Что еще можно забрать, да? Ну, какие-то там Тараски мы не смотрим, это без варианта. У нас нет такого фида жесткого, чтобы у нас была Тараска. Но нас будет сложнее убивать аппарату из-за маг-иммунитета увеличенного. Ну давайте, ладно, купим папку. Реально, папка... Можно собрать папку, а уже потом бледного мента. Сраная пауза. Здесь, кстати, паузы не отменяют. В Китае за это отрубают руки, кто не знал, да, за отмену пауз. Поэтому... Я отменяю. Поехали. Короче, все, у меня все есть. Самое главное, не сидеть и раздумывать, что мне купить, я даун. Самое главное, купить хотя бы что-то для начала. То есть, пока у меня не будет даггера, у меня не будет такой охрененной, это, охрененной мобильности. Божественной. Так, у меня есть. Давайте, блядь, опять кура занята. Так, я убью тебя, шмара. Шмара. Блядь. Ну, сука, ты тупая, а? У них повсюду ворды стоят, просто повсюду ворды стоят. Ну, пойдемте вниз. Зевс, а ты не боишься, что тебя сейчас отмутозят, нет? Зевс. Зевсуля. Старый пердун. О, пойдем. Сейчас прыгни так. Инвиз, чуваки, ну. Тихо. Блин, ну не могу я без даггера. Я настолько привык к даггеру, что просто забить. Мне нужен даггер, пацаны, короче. Идите в жопу, все, я фармлю. Батька фармит. Группируйся, группировка. Группировка пошла. Так, восстановили ману. Этому шторму. Ну вот, плюс нашего джаггернаута, что он просто ультует и стоит АФК 20 минут, пока у него ульта откатывается. Берите, мне не нужна эта херня обоссанная. Мне нужен дугер, чуваки. Дугер. Нет, я не буду драться. Давайте лучше мы сейчас соберем даггер, чтобы прям гарантированно нагибать. А не бегай, как дебил, копить на эти денежки. Кстати, у них аппарат еще, по-моему, ни разу не ультовал. А, ультовал, он задел у меня жопу, все вспомнил. Вот он ульта прошел, опять задел мою жопку. Так, здесь пока никого рядом нет. Всех крипов забрал. Ну, божественная игра из-за пуджа. Есть один, есть. Так, отлично. Ладно, возьму сам на базе дугер. И сейчас будут еще профессиональные хуки. Казалось бы, куда можно профессионально кидать? Да ни одного промаха за игру. Ну, там один раз был баг, и все, зависла игра. Мушка новая. Я бы сейчас продал бы стики, хотя... Нет, давайте продадим. Смысла тем более сейчас уже нету. Я-то покупаю стики и... господи, как называется это ссанное говнище? И щиток только для начальной стадии игры. Пойдем. Как же их много-то, а? Их, кстати, очень много, их слишком много. Мы вдвоем ничего не сделаем. Зачем сюда пришел? Что, пойдем драться, пацаны? Так, у нас есть Wind Ranger. Пойдем, подеремся. Проблема в том, что я сейчас прыгну, да и Магнус прыгнет. Сука, а? Ну мразота конченая. Убежим! 3-2-1. Опа! Опа, минусанули шмару! Ну, СФу повезло, как же ему повезло, дрянь. А ну ты видел, да? Просто в миллиметре прошло. Че, будет продолжение? Я, может, кого-нибудь еще кину? Правда, мне вообще вижу, нет, я даже не представляю, где кто. Вот он здесь есть. Че, пойдем? Блять. Да что вы такие тупые? Где мой вижен? Нужно, короче, покупать смоки обязательно. Ой, не смоки, это даст нужен нам. Купим даст. Против аутиста обоссана. А, это же гайд, я забываю, что это гайд, да. Вначале мы покупали, короче, себе щиток и стики, потому что мы роуминг пуш, мы участвуем в замесах в разных, на всех лайнах, кстати, да. Суть роуминг пуша не на одном лайне были, то есть мы идем на один лайн, получаем второй уровень, и потом идем на все лайны по очереди. Потом, всегда мы максимум первый скилл, обязательно, это вся суть пуша, это хук, то есть чем он длиннее, тем больше там урона и так далее. Так, здесь кто-то был, по-моему, да? Вот он. Где он? Блин, шмара. А это что за говно? Его я не убью, да? А,
Опа, попалось. Ну, минус морфа, что он может в любой момент врубить перекачку. И мне жопа. Вот такой вот минус. Поэтому нужен худ. А кто не знает, то морфа, вот эти вот третий и четвертый скилл, да, это такие читерские скиллы. Даже если ты ультуешь, ты дал в стан, он может в любой момент врубить эти скиллы. И просто перекачиваться. Ну, короче говоря, здесь не было у меня шансов его убить никакого. Ну, ничего страшного. Кроме морфа, здесь есть другие герои. Но в любом случае, один из самых главных плюсов Пуджа в чем? В любой стадии игры, да, это то, что у него ульт станет через БКБ. Давай, давай, детка, пошли. Отлично, отлично, отлично. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай! Давай, 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 говнище, давай. Они его убьют. Да ты что гонишь? Давай, давай, шмара. Нет, ты должен умереть. Ты должен... Нет! Сука! Мой килл! Мой! Ну, я же профессионал, конечно же, я убью. Была забавная, кстати, погоня за ним. Опять же, кидал хук безвижно. Пойдем, это говно убьем. Кстати, я не знаю почему, но аксы стали очень слабы. Может, потому что, я не помню честно, скорее всего, его тоже понерфили, да? То есть, понизили его в звании, он стал куском говна. Что, пойдем драться, мужики? Где-то ты здесь, шмара. Так, Джаггернаут, мало ты мне чем поможешь? Ну-ка, может, он пойдет на Джагу? Давай, давай, он должен, наверное, прийти на Джагу. Ну, обоссаны. Давай, давай, ты же обоссаешь. Нет, обосрался он. Ладно, идем, короче, в худ, потом собираем пипку. Обязательно, потому что аппарат, реально, он будет доставать всю игру, а мы сможем реально помочь всей команде своей. Ах ты шмара. Ням-ням. Ням-нямушка. Больно. Как он меня достал, этот выблядок, а? Ладно, покупаю, короче, по фасту. Ну вот, опять рассказываю, это же гайд, я забываю, что это гайд, постоянно просто игра. А, так как это гайд, я уже рассказал про начальные предметы, да, что мы должны делать, я рассказал и показал. Мы качаем первый скилл всегда максим, и второй скилл, первый, второй, первый, второй. Потом уже только начинаем качать третий скилл. Как раз с нашим худом, да, у нас как раз будет сопротивление вообще отличной магии. Ну и потом качаем ульту на 6 уровне, само собой, ульта нам нужна. Если у врагов есть инвизоры, покупаем обязательно досты. Варды, ну варды, я не знаю, если смысл, лучше досты покупать. Покупаем даггер, ну, я практически всегда его покупаю, тоже вам советую. Что было, да? Че, пойдем? Не пойдешь? Не пойдешь, маны нет. Покупаем даггер или форстав, но я предпочитаю дуггер. Потом по ситуации, да, если мы будем танковать, принимать урон, можно купить себе Blade-Mail. Но в данной игре больше толку будет от худа. Без худа, без добра. О, хорош, хорош, фарм. Фарм пофармил. Ну ты видал, да? Просто через всех хук прошел. Через всех. Ну я говорю, поэтому я обожаю даггер, это очень интересно. То есть это другой стиль игры, тебе надо прыгать там, выпаливать. О, хорош, хорош. Нет, я один не пойду туда, да? Ну что ж, никто не поможет мне, чуваки. Кстати, молодец, АСФ хорошо так ультанул. Аж жопу разосрал этому дауну. Ну пойдемте, чё? Я готов драться. Хотя, видимо, здесь акс всех раскидает. Кстати, игра будет сложная. Вы не подумайте, что сейчас 12-20 это уже победа. Нет, я думаю, игра будет очень сложная. А, тем более я вижу их героев, они все фармят хорошо, СФ там уже хорошо прокасты делает. Но он соло убивает шторма. Так что игра не будет легкой. У этого дауна есть бледный мент. Кстати, вот это плохо, когда против нас играет Акс. Реально, это очень сильно мешает. Мы кого-то притягиваем, а Акс на нас прыгивает. Че, попробуем это говно? Пацаны, давайте, я один-то его не убью. Тварь тупая, а? Надо реально опять смоки покупать. Без смоков очень тяжело играть. Ну пойдемте, если что, я засейвлю. Сейчас батька засейвит. Когда уже соберем себе пайп, я подумаю, что можно собрать. Можно, конечно, собрать Тараску. Офигенно, весь этот Тараска. Очень много здоровья дает, реген. Ну то есть это реально танк. В чем преимущество, когда у тебя много здоровья, да?
То есть по логике, чем больше здоровья, тем больше врагу надо в тебя влить дамаги, я правильно? Быть, то есть, они меньше дамаги вливают в твоих союзников, больше вливают в тебя. Профит. Вся логика в этом. Хорошо, покупаем колечко. Осталось немножко, и будет у нас худ. И нам будет, в принципе, более-менее потратить на аппарата, а потом соберем пипу и будем помогать всей команде против аппарута. Против аппарута. Можно будет мейл собрать, опять же. Так, у нас нету ТП-шки, покупаем ТП. ТП нужно иметь всегда, чтобы не просто там с базы куда-то за ТП-шка, а чтобы во время там, когда убивать наших союзников, чтобы можно было помочь. Но врагов я не вижу врагов, братиша. Братюня. Где враги, где враги? Сейчас не собираюсь. Кстати, еще особенность китайского паблика в том, что они, короче, постоянно собираются вместе. Поэтому здесь ну, может быть максимально актуальны всякие прокастеры АОЕ. Типа Тайдухи, Магнусы. То есть они все время в кучу собираются. Тихо, братиша, подожди. Ты не ворчи, не ворчи. Все будет нормалек, я тебе обещаю, зуб даю. Опа! Мой крипуля. Опа! Хорош, хорош. Хорош, хорош, хорош. Че, пойдем за этим говном? Попробуем его убить. Давайте я скажу, что соберу себе пипку. Я буду собирать пайп. Потому что реально, пайп очень сильно помогает от тупого этого дауна аппарата. Просто в говно его контрит, даже через аганим, посрать вообще. Ну давайте, наверное, пушить, пацаны, давайте соберемся уже за пушем. Воды все-таки нужны будут против СФ, потому что, видите, СФ влетает и убивает всю команду. Пускай они покупают. Так, допустим, допустим. Ну ладно, ладно, он отошел, нечестно. Че, будем? Так, наверху это не СФ. О, отлично, понятно. Сейчас СФ ультанет, будет очень больно, очень больно. Че, пойдемте? Просвет есть, если что. Надо на чу, а? Надо на ты, дебилск. Я ему говорю, пойдемте, он говорит, надо на ты. Ну-ка, сейчас супер прыжок от Пуджа. Ганста прыжок. Максимальный дамаг, АОЕ прокастер. Так, тихо, опасно, опасность. Максимальный уровень опасности идет. Братиш, все, Магнус влетит. Ко мне, говно. Опа, пошла, юзаем все, что можно. Тихо, пошло, дерьмо. Пошло. Отлично, забодали пса. Ну ко мне иди, псина, ко мне, блядь. Ты че, животное, а? Кто твоя мать, а? Тихо, три полки, неплохо. Подожди, братюня, ты не спеши, братиш. Ты не спеши, я хочу рампагу замутить. Эй, говно. Ты видишь, да? Даун, почему ты не помог мне, убыток обоссанный? Вы видели? Только я могу что-то сделать, а ты чему даже ничего не можешь сделать? Бесполезный кусок говна, просто кусок говна бесполезного. Обоссанная шмара. Это дерьмо сейчас отпустил СФа с одним хп, у которого был трипл килл. Блювотина никчемная. Просто блювотина. Ну, само собой, у нас лучшая стата. Из 10 человек на данный момент, если ты не видишь, по киллам и смертям. Лучшая стата. Это, кстати, это роуминг пуш, хочу напомнить. Роуминг пуш. То есть, который не получал уровня практически вообще на лайне. Получил второй уровень, только бегал. Ладно. Ну, сейчас был офигенный косяк. Кстати, можно было урну собрать. Была бы урна, кстати, я бы его убил. Может, урну собрать? Ну, ладно, уже в этой игре не буду урну собирать, но урна бы помогла. Хотя она все равно не всегда помогает, правильно? В любом случае, собираемся потихонечку худ. Такая тварь взяла, отпустила СФ. Такой даунёнок, на одном хп. Это чмо просто шло на базу и ныло в микрофон. Аутист конченый. Ладно, мастер хука пошел на атаку.
На охоту, я пошел на охоту. Пошли, во-во-во-во, пойдем. Есть у меня, есть смоки. О, не смоки, досты, постоянно путаю. Так, тихо, приготовились. Расчет, прокаст. Имбецил, давай. Да он ушел, я думаю, тем более. О, тихо. Ах ты мразь, тупая вкусненькая шляпка. Фига у него жизни, ты видал, да? О, пойдем. Это не настоящий, только не говори, что это не настоящий. Да, не настоящий. Ну да, это было очевидно. Но сложно все равно определять, настоящий или нет, потому что это не иллюзия. Это больше как копия героя. То есть он столько же урона получает. Поэтому в этом и сложно, что когда бьешь по иллюзии, там увеличенный урон. Это настоящий? Я даже не понял, это настоящий, нет? Но на самом деле он должен был быть настоящий, потому что мы уже убили репликацию, логично, да? Но он настолько ватный, извините меня, я говорю. Сейчас аксы стали другие. Ой, извиняюсь. Ой. А, что там у нас? У нас, короче, пипка. Дайте мою пипку. Просто аппарат ультует, юзаем пипку. Все клали болт на его ульту. Тем более я. Пипка, где твоя улыбка? Опять пошли паузы эти идиотские. Хорошо. Пушим. Все, по скиллам еще раз пробегаемся. Это же гайд. А, замаксили мы первый скилл, это у нас хук, это наша основа пуджа. Потом прокачиваем второй скилл максимум. Когда прокачали первый, второй, прокачиваем третий скилл, дает нам, здесь написано, да, сопротивление магии 10%, 12%, потом максимум. И потом дает нам, короче, сил за убитых мудаков, короче, за эти очки, 13 очков. Пойдем минусанем. Блядь, опять этот вонючий морг. Тяжело его убивать. Давай, где я? Ко мне, шмара. Кстати, этот даун, по-моему, качается через силу, что ли, морф? Да, скорее всего, через силу. У него очень долгие станы. То есть, в принципе, это будет морф не кэрри даже, просто какой-то танк обоссанный. Ну, хотя бы убили аппарата, я убил аппарата. А что сделал этот имбецил, я даже не знаю, честно. Что бы нам купить, сейчас подумаю. Покажите мне морфа, морф. 2000. Ну не, смотри, он не перекачан, у него долгие станы. У него больше все равно сила. Нормально. Давай, говно, хилка где? Отлично, бабах, все, молодец. Аллах бабах, как говорит наш русский человек. Аллах бабах! Они там что-то ворчат, вы, наверное, ничего не понимаете, но я все понимаю. Урну уже поздно покупать, урну сейчас смысла брать нету. Можно купить себе аганим, мы станем жирным. Нам нужен жир! Все, пошел пудж. Можно все-таки собрать себе бледного мента, почему бы и нет? Собрать? Давайте соберем. Бледный мент никогда не бывает лишним, никогда. Тем более, если я буду собирать Тараску, да, бледный мент тем более нужен будет. Чтобы прям жестко, вот, знаешь, так по-жесткому, как 50 оттенков пуджа, танковать по-жесткому. Пойдем, братюня, потанкуем. Как потанкую я прям по-жесткому. Что у нас по артефактам? Быстренько смотрим. Есть дугер, есть аганим. Нормально. Не, мы здесь должны победить в любом случае, потому что играет профессионал. Не буду показывать пальцем, кто. Я показал на себя пальцем. Пойдем, короче, что там дальше? Здесь, в принципе, в чем минус? Да, здесь очень мало тонких. Здесь в основном тонкий. Далеко слишком. Помогите, пацаны. Давай, пойдем. Пойдем. Ну, как же это далеко, матерь божья. Как же я медленно хожу. Здесь очень мало тонких героев, но СФ более-менее тонкий, аппарат, но они уже все равно стали жирными, уже и ты мы купили. А Акс, Морфа вообще не пробить никогда. Я предлагаю кинуть сейчас хук наугад, чисто наугад, как батька. Молодец. Ну просто это была проверка. Был шанс.
Не, у нас двое, чувак, ты в курсе, что у нас двое? И у нас тоже очень много тонких, всякие Зевсы. Что тебе надо? А, проверяю. Не, чуваки, нас здесь обоссут, чуваки, нас обоссут здесь. Опа, залетела шмара, врубаем, поехал прокаст. Ля-ля! Ля-ля-ля! Ну пусть танкует. Ты дал, да? Минус 3. Ты, наверное, ничего не заметил. Ты даже не знаешь, что было, да? Пуш победил, короче, игру, все понятно. Просто минус все. Ладно, в любом случае, давайте соберем себе Блэдмейл. Я говорю, вот почему я люблю Пуджа. Не просто потому, что он там кидает хуки, да, он может танковать, пробивать БКБ, вот в чем его плюс. То есть от него всегда есть польза. А купим Тараску, там потом такой будет идти реген. Так, у них живой этот даунёнок, давайте заюзаем сразу же изначально. Ну-ка, хук будет, про хук. Давай, давай, батька, поехали. Давай, MLG, поехал. Хайлайт. Ну, кто-нибудь там вылезет, бичи. О, все, унизены. Ну просто унизил в говно этих даунёнков. Пуш никогда не бьет бараки, запомните, никогда. Пуш просто стоит за спиной и смотрит. Гол. Никчемные существа. Еще одно преимущество китайцев, что они почти всегда дерутся до конца. Очень редко бывает такое, что он становится АФК. Такое редко бывает, да. Очень редко. Пойдем. О, отлично, отлично. Опять стороны куры нету. Че, пойдем за Рошаном? Все, сейчас покупаем, короче, мы купили себе бледного мента, а дальше у нас выбор. Или купить аганим. Я советую покупать аганим, когда у вас уже много здесь стаков накоплено. У нас 16, не так много. Было бы там 30, то да, аганим бы вообще шикарно зашел. Я лучше куплю себе Тараску, реально, чтобы быть нереально жирным. Так, давай, чувак, бери куру. И я беру куру. Давай, братюня. Так, когда он засейвил. Хорошо, пойдем. А, это был не свой, лол. Лол, ха! Тагил! Такой конченая мразота, ко мне, мразь. Нет, ты умрешь, чмо. А чё мне интересно, я вообще ничего не понял, что произошло за этой тупорылой курицей, честно. Я вообще ничего не понял. Так, у меня нет смока, да? О, этого, достанет он. Да, сука, конченая. Ладно, бывает баг. Недоработка. Фотошоп. Дерьмо, убей меня. Убей меня, говнище, убей меня. Ну и вопрос, убьет ли нас аппарат? Да, конечно же, нет. Это босса дерьмо. Он в жизни не пробьет через папу. Через маму, может, пробил бы, а папу нет. 1200. Давайте играть по-жесткому. Еще раз мой совет. Я вам говорил, когда показывал гайд на Свена, да? В доте рулят такие жирные герои, которых очень тяжело убивать. И у которых есть начальный потенциал, то есть могут с самого начала убивать уже. Которым не нужно там фармить 8 слотов. Например, сейчас антимаг стал практически нулем. То есть, сколько я видел антимагов, они вообще ничего не могут. Ничего не могут абсолютно. Поэтому антимага уже, в принципе, даже нет смысла пикать. Меняется патч, меняется мета и так далее, меняется стиль игры. Отлично, пойдем. Я готов, мужики, давайте. 2600 здоровья, 2600. Пуш танкует. Аппарат ультует, пуш танкует, давай. Сейчас СФ ультанет, разорвет ему жопу просто. Опять же, всегда китайцы покупают досты гемы, всегда. Если играть против вас инвизор, это забейте. Такой ад для инвизора. 50 гемов купят за игру. Ну я их обожаю, конечно, китайцев, потому что я сам китаец. Я дагестанский китаец из России, коренной русский. Мы идем сюда, ну пойдем, братья, пойдем. Ну, вопрос, что нам может сделать морф? Да нихрена не может, мы настолько жирный, тупой кусок говна, да? Что нас просто не пробить, нас будет бить. И не пробить. Обожаю такие игры за Пуджа, когда мы можем нажраться, собрать артов нормальных. Хорош, батька. Пойдем, мужики, пошли, закончим эту игру.
Вот, в принципе, и весь гайд. Я все же рассказал, все, что можно было, про закуп рассказал, да, что можно было, в принципе, вначале купить урну. Почему бы и нет? Покупайте. Если тем более, если у врагов много тонких героев, например, саппорты, всякие разные тонкие, да, и больше шансов, что вначале будете убивать, тем более покупайте урну. Даггер в любом случае покупайте, можете купить форстал, рекомендую даггер. То и то смысла нет покупать. А, Бэтмен мы покупаем, чтобы получать урон, чтобы танковать. А ты ничего не перепутал, говно? Ко мне! А я даже не знаю, где настоящий, это вон? Не убивай меня! Да мне срать на вас, дебилы, мне на вас срать. Мне срать на вас, даунёнки. Подохни, шмара. Подохни, говно. Пуш танкует, как батька, пуш танкует. Опа! Опа, опачки, попочки. Что за попадос на лавандос? Так, хук-хук, откат. Не забывайте, что я играю за пуржа. Опа! Ну почти, ладно, фотошоп. Это был фотошопик. Почти, ну. Он дал молнию, отошел, это было не просчитать никогда в жизни, в истории человечества доты. Эй, ты говнище, иди сюда, сюда иди, мразота, ко мне. Ладно, все. Это я специально умер, я хотел сделать ТП на базу, но, в принципе, все. А весь гайд на Пуджа, это стандартная игра за Пуджа. Опять же, не бойтесь умирать, это очень важно, но не нужно фидить тоже. То есть, если у вас там стата 0.12, то это уже плохо. Мне было так прошлую игру, не прошлую, когда я прошлый раз играл за Пуджан. Там было все очень сложно. Там у нас был союзник Руби, который всю игру просто мешал. Он стоял передо мной и вставал под хук. То есть, если стата 0.12, это реально плохая игра. То есть, такие статы не нужно иметь. А когда вот ты понимаешь, что здесь ты можешь прыгнуть, да? Поймать кого-то, тебя могут убить, но ты тоже можешь убить. Это уже можно так сделать. То есть нужно убивать врагов. Вся суть доты, да, убивать врагов, чтобы они не фармили, не развивались, и чтобы у них падала мораль. И писька у них не вставала после такой игры. А у нас 2800, скоро у нас будет голда. Голда у нас скоро будет. И все идеально. Посмотрим на всех героев. В принципе, я говорю, здесь все играют на very high skill. То есть здесь все опытные игроки, ну... Точно по 4-5 ММР точно у них будет, минимум, я уверен в них. Может быть, кого-то 7 есть, 6, я не знаю. ММР они получат потом. На любого, посмотри, на любого, у кого здесь есть два тапка? Посмотри, абсолютно стандартный герой Виндрейнджер, да? Даггер, Аганим, Дизолятор. Это Линкас, да. Скорее всего, Линкон собирает. То есть стандартный герой абсолютно, правильно? Шторм, стандартный Шторм, Орчит. То есть ни одного дна здесь даже близко. Зевс, Рефрешер, Аганим. Скорее всего, собирает себе Октайм Кор. Октайм Кор называется, да? Язык называется. Да. Где он? Вот он. Октайм Кор. Октарин, точно, Октарин. Еще его ДЦПшники собирают под названием Алхимик. Извиняюсь, так, за мой французский. Пойдем драться. Кто на меня кинул линку? Морф, тоже стандартный закуп. Линка, стандартный закуп на морфа. Потом Манта. И, скорее всего, он будет собирать пистолет. Связки плохие, плохо делать связки. Сука, блядь, ну ёб твою мать. Сука, убью нах. Я сейчас нах всех убью. Сейчас ульданет аппарат, я сейчас юзаю пипку. Поехали. Батька на разогреве, давай. Ко мне! Комахиру! Почти хуком попал, но там это был фотошоп, ладно. У нас пайп, нам посрать. Все. Затанковали. Я фул хп. Само собой, если сейчас была бы у меня Тараска, да, я бы фуловый, меня вообще было бы посрать. Почему это даун не дефает? Аппарат, ты должен дефать, ПКД. Ну покажи, красавица, покажись, давай. Нет, ты не пойдешь обратно на базу. Не пойдешь. Так, это я продам. Дай ты мне поставить даун. Да ты что, дебил? Подойди поближе, аутист. Вот другое дело. Вот такой вот у нас гайд. То есть дальше собираем Тараску, а потом уже хоть что собирать. Хоть
Ну, все, что хотите. Может, какие-нибудь там всякие шивы собирать, хоть что. Ну, уже, по идее, игра закончится на Тараске. Мужики, дайте я соберу Тараску, пожалуйста, для фотошопа. Ладно, не успею собрать Тараску. Ждем Ливера, короче, надо дождаться, когда Акс вернется. Пойдемте, последний хук! Последний хук батьки! Не успею! Успею! Ну ты метал-то! Ну просто, блядь, пиздец, я божественен. Сука, идите сюда, всех выебу. А, вот такой вот у нас был гайдец на Пуджика. Довольно хороший герой. Зачастую он очень сильно тащит в играх, особенно когда много тонких героев. Ну или когда нужно кого-то пробивать через БКБ, блочить. Я показал. Я, кстати, рекомендую играть за роуминг Пуджа. То есть не Пудж, который занимает мид. Если он занимает мид, то ваш союзник уже не пойдет на мид. Это уже будет плохо, я считаю. Пуджу не нужен мид, по моему мнению. Это герой, который пускай просто бегает, получает сам по себе уровень, а у вас будет отдельный герой, который будет стоять на миду. Ну, хороший, сильный герой, у которого есть потенциал. Мотафака, бич, срать я хотел.